Акция организована кубанской полицией, краевым госнаркоконтролем и является частью профилактической операции «Подросток». Основными участниками стали старшеклассники. Встречи проходили в формате беседы. Школьники могли задать абсолютно любой вопрос, касающийся деятельности полиции. Полицейские провели анонимное и добровольное анкетирование учеников для того, чтобы выявить тему, которой молодежь интересуется больше. Например, ребят интересовало, как повлияет на судьбу профилактический учет в комиссии по делам несовершеннолетних, как действовать в трудной или опасной ситуации, как нейтрализовать агрессивное поведение сверстников или взрослых. Некоторые старшеклассники интересовались, как поступить на службу в полицию. Интерес вызвала и лекция о наркотических и психотропных веществах и последствиях их применения, которую прочитал представитель наркоконтроля. Беседа новая, пока пробная форма работы полиции с подростками. Но, учитывая интерес, такие мероприятия, вероятно, станут регулярными. Мы в течение года, учебного года, систематически сотрудничаем с сотрудниками отдела полиции и сотрудниками ФСКН наркоконтроля. Проводят для наших учащихся мероприятия как дни правовых знаний, так и правовые лектории. Конечно же, очень детям нравится с просмотром видеосюжетов, видеороликов о подростковой преступности, о том, как избежать уголовного или административного наказания.